Рыцари в латах на велосипедах. Это прорыв. 20 мая 2018 год, Харьков. 13-й Харьковский велодень. И это место, где самые умные встречаются с самыми законопослушными. То есть, по идее, должно было быть движение по одной встречной полосе. Люди не поместились и пошли по обеим, по обоям. Обои — это что-то другое, да? Поэтому здесь бутылочная горлышко. Где голова колонны встречается с хвостом колонны. В общем-то, народу столько, что я подозреваю, когда голова колонны свои 8 километров преодолеет, хвост еще с площади свободы не выйдет. Нереальное количество участников, это 100% рекордное количество участников. Никакие дожди не отпугнули, никакие обещания гроз с молниями. Удивительное количество людей. А отсюда зато удобно поснимать. Итак, еще раз. Туда уже ушли, наверное, с полчаса назад. Первое участие. Там на улице Атакара Яроша разворот на 180 градусов. Опа, это за мной. На полковника моего похож. Шучу, конечно, не Калюк нормально выглядит. Так. Ну и там идет колонна еще от площади Свободы, или как сказал организатор велодня, замечательная девочка, от памятника Харька, что поставил меня в некоторый тупик. Я пытался вспомнить, сделал с Харьком памятник Харьку. Секунд 10 ушло на то, чтобы понять, что речь о казаке Харьку, основатели легендарного Харькова. Так, надо сосредоточиться на колонне. Да, вот здесь бы как раз на 360 снимать. О! Режу банан. Ты посмотри, какой он прилежный оказался. Респект костюму. Вот тоже традиционные узнаваемые участники на тандеме ежегодные. Ладно, наверное, поеду я. Господи, это же можно тут стоять. У меня смена начинается. Надо ехать.
прям не могу, не хочу уезжать. Буду снимать, крутиться вокруг своей оси, пока голова не закружится. Ребята, короче, стартовала колонна в 11:00. Сейчас половина 12:00. И никак поток не иссякает. Вот. Кто был полковник, этот больше на замком зона похож. Чёртова дюжина, юбилей, можно сказать, голодень. Начался он, не задался, с дождя. О, вот опять бандеровцы. Но дождь не помешал ни грамма. Опа! Сейчас же гнездо унесет меня. Геликоптер. Да, буду все-таки лица снимать, правильно? На спины и в метро можно насмотреться. Люди добрые. Это, по-моему, уже по второму кругу пошли. Шучу, конечно. Какой-то ураборос бесконечный. Змея, пожирающая свой хвост. И как назло, у меня там, по-моему, 64 гигабайта памяти. То есть потенциально я могу стоять хоть до вечера. А хочется еще и покататься. Ох, не знаю, когда у меня голова кружится начнет, но руки уже отпадают.
20 мая 2018 год, Харьков, 13-й годин.